Ребята, всем привет! Уже в ближайшее время начнется Кубок Александра Мостового. Хочу пожелать вам хорошего футбола, красивой игры и множества забитых мячей. Но главное, чтобы мы все получили удовольствие от футбола. Увидимся в Воронеже. До скорой встречи! Доброе утро, братва! Все, готовы повоевать сегодня? Мы в Воронеже, городе воинской славы. Шведский стол у нас утром сегодня. Владик, нормально все? Вкусно? Че, кто у вас сколько сегодня встал? Все в 6 проснулись? Дома тоже так встаете рано, что ли? Нет, я же еще в школу. О, Костик ложку схватил, больше всех кушать ложку хочет. Доброе утро. В 7 часов утра мы едем на игру. Кто любит Таню все-таки? Я что-то не понял. У него же Анжела была. Еще была и Даша. У него Даша была еще. И Маша. И что теперь? Он не с Анжелой, что ли? Нет. Почему Таня любит? Да, Таня любит. Я люблю, да. Рассказала. В садике, в школе. Все едем в манеж. Все, готовы бомбить, пацаны. Покажем Чебоксары, как играют. Издалека он казался маленьким, а тут такой гигантский. Команда Милан начала переодеваться. Так, что вы игроков распределили? Кто из Милана? Кто? Я. Ты кто? А, ты Поливанов. Контракт заключил с Миланом, да? Сколько платят? Секунду, одну копейку? Да. За рубль играешь минуту? Да. Дешево. Папе даже на билет не хватит. Так мы в минуса уйдем. Да. С таким футболом. Да. ДФК «Легион Чебоксары». Будем играть против команды из Серпухова. Костя, уходи!
забивая Никифоров гол. Ванерке гол. Пас надо было на дальнюю. На дальний там Костя замыкал. Молодцы! Молодцы! Ну, молодцы. Кто мне пятюню даст? Красавцы. Бойцы настоящие. Че, устал? Костик? Ну ты классный удар положил, дальний, да? Молодцы. А ты? Да. Молодец. По чуть-чуть ударил бы. Да. Выше ворота. Костик вообще не боится бить и нормально бьет. Вы все прямо этот. Давай сейчас повторим, и потом после на бонусе идет. Разминка перед игрой. Кристалл Воронеж против ДФК Легиона Чебоксары. Здесь будет жарко. Просто попади! Yeah! Yeah! Молодцы! Молодцы! Не домогись! Вратарь! Тяжело было там просто, тяжело было. Да, тяжело было, но кулаком отбил. Молодец, Человек-паук, поздравляю. Я же тебе скажу. Три раза чуть сердце не остановилось. А у нас только штанг этих верховых. Да. Удар, штанг. Че, красавчик? Молодцы, бойцы. А че, вратарь у них вытащил два удара, да, первых? Че, Ибрагимович не забил? И потом перекладил. Привет, Матвей, как дела? Нормально? Вот чай, Матвей. Водичка, чай. Костик, красавчик. Виталик, первый гол. Ты сегодня ответственный за балу. За пропущенный гол наказание. Сегодня у нас Ибрагимович, Костя Поливанов. Мальчики, а не Пантилов, да? Ветровки. Две победы начали очень хорошо.
Че, жрем, чемпионы? Булочки? Вкусные? Да. Еще не пробовали. Давай, попробуйте. Горячие? Чай пополам пейте, ладно? По полкружки. Да. И булочки по чуть-чуть. Сейчас в отель придем, покушаем. Че, Миш, расскажи, как тебе игра? Нормально. Как, что можно было сделать лучше? Все. Тебе? Там вон это, момент был, что ли? Это когда? Я когда салто я кинул, мне скинули. У меня мяч в девятку полетел, а там ворота в девятку вытащил. Кто еще мог забить? Я. Когда? Да я уже сидела. За вкладину, а когда в перекладину попал. Ты в перекладину попал? Красавчик. Да? Я мяч Виталик вытащил. Виталик, а ты как, мог вытащить мячик? Или слишком высоко было? Валерий, да? Надо было стать кольцо поставить. Тяжело было, да ведь? Все, Виталик еще на 15 сантиметров вырастет, потом одной рукой будет доставать. Например, как я. Как Ваня вырастет, и будет ему легко доставать. Вань, ты как сыграл? Я не знаю. Плохо. Опять маме звонить? Да. Она расскажет, как ты играл? Да. Поздравляю вас, Легион. Спасибо. Что пожелаешь? Чтобы были счастливы победам и было много друзей. Хорошо. А если Чертанова против Легиона будет играть, Эдвард против Матвея, ты за кого будешь болеть? За Легион. Точно? Молодец. Сейчас приедет маршрутка, и мы поедем на мастер-класс. Like a train in a wreck. When forced to look back, there's a pain in my chest. A blank canvas that you painted with stress. No more love bites, now it's a pain in the neck. She says every dumb sound that I mutter will drip through one ear, then gush out the other. Taking a liberty, baby, you're killing me. Saying the same thing differently. Now tell me, why do I want you when I don't even need you? Every time that I see you, it's like you're not even there. And she said, why do I need you when I don't even want you? Every time that I see you, don't even care, and I Вечер. После мастер-класса приехали в отель. Сейчас покушаем и ложимся спать. Завтра у нас важный день. Привет, братва. Здорово, братва. Что там, вкусняшку дают, что ли? Да, сегодня самый день. Сегодня самый крутой день. Сегодня 14-е. Ой, 4, 5. 4? 5. 5 марта. Сегодня 5 марта, сегодня самое вкусное. Да. Вау. Вкусняшку, да?